Слева вот тут. Да,
Эта церковь в 458 году строена. Эта церковь, которая именно в 458 году. Вот там внутри же видно вот этот камень, который поставили туда. За этим камнем уже старая церковь. Там вода, это из подземли выходит эта вода. В 458 году королица Пулхерия, она строила. Это очень место, которое знаменитое, да, стало. Так явление Покрова здесь именно было или в другом месте? В 626 году, пятница, 2 июня это не точно, но пятница это точно, что во время императора Ираклиса чудо здесь было, Мать Мария здесь. А, явление? Явление, да. В то время, когда вся эта армия здесь была, Патрик Сергиус взял Покров и... Бедача икону, да, и добрался на стену и начал показать, что здесь солдата нет. После этого говорит, что вот этот золотой рог, она стала так как красной, как кровь. И весь эта армия там умер. Это чудо было здесь. А все эти, которые в России, в церковь, который тот день идет служба, именно вспоминает это место. У нас 14 октября ведь Покров Богоматери, как раз здесь то, что было. На этом самом месте и в этом самом храме, часть которого мы видели только что там внизу с этой святой водой, что здесь явилась Богородица, тот самый драгоценный русский праздник, который тоже, сколько кажется, в России празднуется. 14 октября, когда Россия покрывается покровом Богородицы, впервые этот покров был здесь простерт над молящимся народом, когда неприятельская армия пыталась подавить этот святой город. И она подняла этот спасительный пласт, который увидели вот здесь Андрей Юродивый, что он, наверное, один, кто видел этот простертый покров. Редкие из русских людей могут коснуться источника этого чуда, этого благодатного покрова и понять, как соединены все-таки два этих древних народа, прежней Византии и сегодняшней России. Они могут обняться здесь, в этом храме, что это один и тот же покров, простирающийся над миром, и один и тот же спасительный, который рано или поздно должен соединить заблудившееся, разбегавшееся и потерявшее себя человечество. Если они почувствуют над ним простирающийся покров Божьей Матери, то, в общем, мир может надеяться на воскрешение, на спасение, на укрепление, на целомудрие, на все, что необходимо этому потерявшемуся народу. Ну, лики, как дивно написано, лики. В 1955 году нашли и отремонтировали уже. Икону? Да, икону. Это русская икона. 18-19 век. Это 19. 19. Я подчеркиваю эту святость по-разному. Вот, может быть, самое в этом и есть, что вот... Мы приносим все время собственные знания и все время собственные миропредставления в чужую церковь. Она нас временами смущает. Но по-разному исповедующие единого Христа народы по-разному отмечают то, что им кажется наиболее значимым. У нас благословляющая десница открыта, у них наоборот, она одета в оклад. И тем самым она еще как-то дороже и таинственнее. Ее одевают в серебро, эту благословляющую руку. И ну, по-разному. Может быть, даже как мы как негатив, они как позитив и наоборот. Но при этом при всем это одна вера, и один взгляд, и одна любовь. Просто она по-разному исповедуется и по-разному представляется. Вселенский патриарх больше ведет переговоров с католической церковью и вступает с ней в более тесные отношения со времен Афиногоры, вот сегодняшнего Варфоломея. Это сказывается в обустройстве церкви, ведь и церковь здесь принимает уже вид не совсем привычный для православного человека, истасизии, вот то, что есть в монастырях, когда человек может сидеть и стоять одновременно, и просто уже обычные кресла, которые входят в церковь, постепенно расслабляя нашу твердую, прежде очень крепко стоявшую душу. Нам уже, мы уже не можем выстоять
в церкви слишком долго, мы уже начинаем думать о спине больше, чем о Господе, поэтому для нас ставят стулья, чтобы мы уже могли расслабленно слушать литургию, как сказано, не стоять прежде, как мы стояли вместе со священником в едином порыве, а уже слушать литургию, как слушают ее почти в концертном исполнении, в креслах, вот, в покойном достатке. Я не знаю, хорошо ли это или плохо, но это говорит о том, что мы внутренне слабеем. И слабеем, это вот эти стулья есть простое проявление нашей с вами человеческой слабости, нашей, уже нашего неумения быть твердыми перед Богом и внутренне прямыми. Когда человек сидит, он уже и внутренне не прям, он и внутренне уже согнут, он уже внутренне не горит к Богу, сидя гореть довольно трудно. Но вот слабость мира побуждает, очевидно, ведь и православную греческую церковь уже потакать человеку больше, чем Богу. Стоит колокольня. Это тоже ведь знак, что ли, сегодняшнего расточенного времени, как оно было первоначально прекрасно и как кончается вот, вот этими железными конструкциями, которые сегодня уже есть свидетельство нашего в самом деле. Но слава Богу, хоть так, что это стоит и движется на этой, в общем, земле, что есть возможность, и она сохраняется все-таки тут и бережется так, как она сейчас здесь бережется. А то, что уж вот в таком виде, это говорит только о состоянии нашего духа. Это первый храм, который ты снимаешь. Первоначальный храм, который ведь он поднимается уже на 3, наверное, на 2,5 метра, где уже мы стоим на этом уровне. Дальше был первоначальный храм. Да. И дальше мы поднимаемся вот в сегодняшний храм, который стоит еще выше, там следующий этап. Если бы мы так же росли к Богу, как расти, как растет храм, нет. Не просто поднимались один храм от другого все выше и выше, а чтобы мы вместе с этим все-таки поднимались и к небесам. Как поднимается вот культурный слой, чтобы культурный слой был действительно духовной культурой, чтобы этот храм, становясь один над другим, они все выше простирались к небу. Но, к сожалению, у нас так не получается. У нас получается совершенно наоборот, что прежние храмы, которые стояли там внизу, они были подлинно духовны, они были подлинно носителями самого сокровенного и слышащего, самого небесного чувства. А мы, поднимаясь все выше и выше, внешне, этими храмом над храмом, как кажется, выше не делаемся, а внутренне делаемся ослабленнее и духовно разореннее, что ли, расточеннее. И чем хороши вот эти паломничества, что мы спускаемся внешне, спускаемся сверху все ниже и ниже к первоначальным слоям, но на самом деле душой мы поднимаемся с каждым из этим спуском. Тем есть нам благословенное чудо и радость всякого паломничества.